А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Ребят, всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. Возможно, меня немножко плохо видно из-за света, но думаю, ничего страшного. Главное, чтобы было видно экран, потому что есть что показать и рассказать. Рассказывать я буду по проекту ProfitBot. Как вы заметили, наверное, в последнее время у меня часто по проекту ролики на канале. Это потому, что есть по проекту много новостей и также интересная статистика, лично моя, потому что вчера я поставил свой личный рекорд по заработку в интернете за один день, заработал более $200 за вчера. Так сказать, 1 марта мне принесло хорошую сумму, то есть весну я начал хорошо. Так что давайте, чтобы не быть голословным, будем переходить на проект ProfitBot. На балансе сразу видно у меня $300. Сейчас вам расскажу, откуда все это взялось. Это, конечно же, немножко партнерских, но и некие бонусы. Итак, давайте для начала я вам покажу, что тут вот тарифные планы уже снова по стандартным процентам. Вот эти премиум пакеты под 0,9% и вернулись стандартные от 0,7 до 0,9. Напоминаю, что до сегодня, до 2 марта 17 часов 20 минут вечера по Москве была акция, начиная с воскресенья. Все тарифы были под 1% в сутки. В связи с этим пошел хороший приток средств в проект, потому что я также смотрел по своей команде, много вкладывали, да и я удвоил свой депозит здесь от того, что был. Так что шанс, я думаю, не упустил никто. Возможно, кто-то упустил. Но, конечно же, я думаю, что такие акции в проекте еще будут. И о них я, конечно же, буду вам сообщать. Также, ребят, очень классная новость. Я хотел в марте достигнуть ранга R1 по партнерской программе. И я это сделал сразу же сегодня, 2 марта. Хотя, честно говоря, мог это сделать еще и вчера, потому что оборота структуры мне хватало, только я забыл докинуть свой личный депозит. Итак, смотрим, вот мой ранг R1. Чтобы достигнуть этот ранг, необходимо иметь личный депозит минимум на $300 и оборот структуры в первой линии $5000. Я все условия выполнил, и как только вот я сегодня сделал депозиты на $300, ну, то есть все депозиты в общем, то мне сразу присвоили ранг R1 и дали бонус. А бонус очень классный, потому что за достижение этого ранга дают $100 вот сюда на баланс. Это можно посмотреть в разделе операции, если перейти. Так, это начисление по моим депозитам сегодня. Переходим дальше. Вот, как видим, $100 сегодня, 2 марта, и мне пришло на баланс. Это как раз таки бонус за ранг R1. Конечно же, к лету хотелось бы достигнуть ранга O2. Я поставил себе такую цель. Это уже немножко сложнее, потому что необходимо иметь личный депозит в $1000 и оборот второй линии $25000. Поэтому это лично для меня немножко сложновато, но тем не менее я цель поставил и хочу ее выполнить. Я также не думал, что ранг R1 мне скоро дастся, но он очень быстро пришел. Также вот мой фактор X5, всего на депозитах у меня $300, фактор X5 увеличен до 1500, до срабатывания у меня остается $835. Ну что ж, обо всем я вам об этом рассказал. Кстати, вот эти пакеты быстро раскупают, за $30 вот осталось только, так, давайте вернем, 3867. А за $10 осталось 73 тысячи, ну чуть больше 73 тысяч. Их быстро раскупают, приносят они токен Райдо, который на бирже сейчас более $8. Но я думаю, что после запуска проекта 1090 токен пойдет вверх, потому что он станет востребован. То есть его будут покупать, чтобы заходить в проект. Соответственно, цена пойдет вверх. Итак, давайте будем смотреть дальше, будем выводить мы, собственно, средства. Покажу вам вывод на биржу. На бирже пока что я продавать не буду, потому что курс разный. Вот, как видим, курс VEC по сайту $4.30, а на бирже $3.05. Как видим, более чем на доллар на бирже курс ниже, поэтому сейчас продавать невыгодно.
Потому что вот эти $300 я сейчас выведу на биржу, и они у меня сконвертируются автоматически в эках по курсу 4.3. Если продам по 3.5, то, соответственно, я проиграю на курсе. Поэтому я буду держать баланс в эках. Я уже как раз таки те $50, которые я выводил в предыдущем ролике, у меня они до сих пор есть. Вот WebCoinPy 11.57. В данном токене у меня на бирже есть, так что я жду курса. Я смотрю, что он немножечко уже подрос. Возможно, в скором стоит также ожидать роста. Ну что ж, остается нам только вывести $300 и показать, что проект платит. Итак, давайте для начала мы возьмем кошелек WebCoinPy. Для этого переходим на биржу, выбираем монетку WebCoinPy. Вот здесь веб, нажимаем на пополнение. Далее вот тут копируем вот этот адрес. Закрываем это. Теперь нажимаем вывод средств. Здесь прописываем сумму. В моем случае это $300. Выбираем WebCoinPy. Здесь вставляем номер кошелька. Нажимаем кнопочку «Вывести». Все, запрос был отправлен администрации. Теперь необходимо подождать, пока его подтвердят. На балансе у меня остается 51 цент. В принципе, можно было вывести и с центами. Но да ладно, вывел ровную сумму $300. Теперь давайте перейдем в раздел «Операции». Опустимся чуть-чуть ниже. Здесь, к сожалению, в истории немножечко некорректно отображаются операции, но я думаю, ничего страшного. В любом случае, как видим, батч номера пока что нет. Это значит, что моя заявка на вывод на рассмотрении, и ее в скором времени подтвердять. Последний раз это, в принципе, заняло у меня несколько часов, так что давайте подождем. Хотя давайте перейдем в историю на бирже и перейдем в историю пополнений. Так, да, последнее пополнение, вот как раз таки $50 век, те, что я выводил. Вот, так что давайте я поставлю ролик на паузу, и как только мне подтвердят мою выплату, я продолжу. Итак, ребят, как я и сказал, выплаты приходят здесь очень быстро. Вот, как видим, уже появился батч номер. Если подняться чуть выше, то в истории появилась выплата на $300 с статусом «Подтверждено». Это значит, что выплата уже у меня на бирже CoinGalaxy. Если посмотреть, то у веков у меня уже больше 80 токенов век. Так что, как видим, все платится. Давайте даже перейдем в историю пополнений. И посмотрим, вот у нас сегодня 2 марта, выплата 69,06 века. Точнее, не выплата, а поступление на биржу. Это значит, что выплата мне пришла с профит-бота. Продавать я сейчас не буду, потому что на бирже не очень выгодный курс, поэтому я придержу пока что в токенах. Но, тем не менее, как вы видите, проект платит, тем более такие суммы быстро и с легкостью. Ну что ж, на этом все. Кому интересно, ссылка будет под видео в описании. Приходите в команду, будем зарабатывать вот такие суммы. Плюс под видео найдете ссылку на командный бот. Там тоже будет информация по проекту, также и по других от сообщества WebToken Profit. Ну а на этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита. И до новых встреч.